Матч, в котором решается все. Кто станет командой номер один в России? Уфимский Салават Юлаев или Ярославский Локомотив? Остается шайба в зоне. Хорошо ходит она. И красный свет зажигается за спиной Семена Варламова. Константин Кольцов открывает счет в этом матче. 2 минуты 29 секунд. Итак, 1-0. Салават Юлаев впереди. Гол! Антипин забивает! Молодцы! Что творится на трибунах? Молодцы, ребятки! Не забиваешь ты, забивают тебе! 2-1 Салават Юлаев повел в этом матче. Ну, по-моему, равнодушных здесь на трибунах и на льду нет никого абсолютно. Березогин. Александр Березогин. 3-1. Молодцы, ребятки, молодцы. Еще чуть-чуть, еще немножко осталось. Ну... Абсолютно точно победа, потому что при счете 4-1 за 3 минуты 45 секунд Локомотив выбросит белый флаг. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Мы сделали это, дорогие друзья! Молодцы, ребятки, умнички, посмотрите, что творится на трибунах. Летят дудки, каскетки. Что творится? Качают Сергея Михайловича Михалева впервые в его жизни. Что будет сегодня твориться в Уфе? Я думаю, хоккейный бог сделал пятую игру специально, чтобы наши болельщики воочию увидели этот праздник и насладились этим действом, честно говорю. Давайте послушаем Уфа-арену. Давайте насладимся вот этой вот атмосферой. И еще раз. Салават Юлаев, чемпион!